В рамках Дня Республики состоится Чебоксарский экономический форум. Его основная тема – Чувашия трансформация. Речь пойдет о цифровизации различных отраслей экономики, социальной сферы, культуры. Дискуссионные площадки будут поделены на три зоны – технологии для людей, технологии для бизнеса и пространственное развитие. Интерактивные сервисы активно внедряются в нашу жизнь. Многие процессы упрощаются, уходит в прошлое многоступенчатость. Особенно это касается взаимодействия с органами власти. Портал госуслуги наращивает свои возможности. Электронный документооборот работает в кабинетах чиновников, представителей малого и среднего бизнеса, социальной сфере. На языке цифры говорят на предприятиях, в больницах и школах. Но надо двигаться дальше, искать новые решения. Об этом говорили на совещании в Доме правительства. Введение электронных дневников, журналов, профили обучающихся каждая образовательная организация осуществляет самостоятельно, и зачастую это разные системы. И каждая образовательная организация выбирает свою платформу. Считаем, что такой подход не совсем правильным и в решении вопросов в рамках цифровизации отрасли. Планируем о создании современной и безопасной, единой для нашей республики цифрового пространства для учебы, обеспечив высокое качество и доступность знаний. Большая работа по развитию цифровых технологий проделана в здравоохранении. Активно работает медицинский информационно-аналитический центр. В электронной базе собраны все важные сведения, касающиеся медицины. В ходу электронная карта пациента, которой могут пользоваться и участковые врачи, и профильные специалисты. Сотрудники скорой медицинской помощи работают на вызовах с планшетами. Мы оснастили за счет федеральных средств планшетами участковую службу. За счет республики мы хотим оснастить стационарные отделения. В понятие «цифровая трансформация» входит много важных направлений. При разработке стратегии мы рассматривали блоки, исходя из инфраструктуры, то есть это необходимые каналы связи, техника, средства защиты информации. Рассматривали отдельно создание цифровых платформ, государственных информационных систем, их модернизацию. Конечно же, создание сервисов для граждан с помощью портальных технологий, мобильных приложений. И, конечно, мы затронули все кадровые вопросы. Чувашия была выбрана пилотным регионом по разработке стратегии цифровой трансформации вместе с 5 другими субъектами. И вместо 6 общероссийских отраслей республика трансформирует 15. Ульяна Пятакова, Алексей Зотиков, Георгий Кривошеин, Республика.